Я считаю, понимаете, во всем мире на русских повесили все мерзости. Что русский коммунизм, зараза и так далее, и так далее. Но это ложь полнейшая. Потому что я всегда говорил, хорошо, если я русский и, как говорится, навязал какую-то систему, почему я должен уничтожать свой собственный народ? Если я уничтожаю свой собственный народ, или я сумасшедший, если я русский, так? Или я, так сказать, полностью черный, так сказать, можно сказать, что одно и то же. Так вот, коммунистическая система, которая была навязана в Советском Союзе, Российской империи, больше всего пострадал русский народ. От 70 до 80% славян погибло, русских, украинцев, белорусов, от всех коммунистических действий. Уничтожались лучшие люди нации, и всех остальных тоже, но большая часть это русские. Не только потому, что национальности русской было больше среди общего населения, но в принципе, потому что специально делали и так далее. Вопрос. Если это был русский коммунист, то русский должен процветать, должен уничтожать все остальные. Правильно? Логически мыслить. Но просил наоборот. Во всем мире считают, что это русский коммунизм, хотя, извините, все до одного лидеры большевиков по всему миру всегда были иудеи по национальности. То, что они взяли русские фамилии, как тот же самый Ленин, Троцкий, там, допустим, Камнев, Рыков, не меняет сути того, что они были по национальности, и какую идеологию они несли. Понимаете? Поэтому обвинять, что... Поэтому нам нужно с вами очистить. И самое страшное, что у многих русских осталась вина, якобы, на русском народе существующей. За что? За то, что русский народ уничтожает всегда, за то, что русский народ всегда помогал другим народам. Я провожу просто такой один пример. В принципе, ни один народ на территории Российской империи не был уничтожен за все существование Российской империи. Ни один. Даже те, которые приходили с оружием.